Всем привет! Сегодня мы будем учиться рисовать ирис. Итак, приступим к рисованию нашего ириса. Вначале я делаю эскиз. Прорисовываю основные линии, а также некоторые дополнительные, которые я потом буду осветлять резиночкой. После этого я наведу черным карандашиком эти линии и раскрашу цветными карандашами. Приятного просмотра! Приглашаю подписаться на канал. Буду очень рада вашим лайкам. Пока-пока!